Всем привет! С вами интернет-магазин Top Device. Всем привет, дорогие зрители! С вами Андрей Охота, компания Top Device. В современных ноутбуках MacBook 16 и 17 года используется интерфейс Thunderbolt 3. В данных ноутбуках очень слабая видеокарта, и с помощью видеокарты внешне вы можете усилить мощность, обработку фото, видеоданных, а также рендеринг вашего видео в 4К формате. Вы имеете компьютер Apple? Если да, данная видеокарта для вас. California and USA, ну все как положено по-взрослому. Коробка весит, представляете, 7 килограмм. Это без ничего еще, без видеокарты, без ничего. Что мы знаем про внешние видеокарты? Я, Андрей Охота, в Украине уже очень давно занимаюсь внешними видеокартами. Есть также социальная группа ВКонтакте, где могут многие посмотреть мои все видеообзоры, связанные с внешними видеокартами. Достаем, смотрим. Ну, это вообще, конечно, это просто мега-тру. Вот такая вот шикарная коробочка. То есть вы сюда можете поставить видеокарту формата 1070 или 1080 Ti. Или последнюю вольту поставить. Вот так вот. Вот. Вот такая вот махина. Thunderbolt 3. 40 гигабит в секунду интерфейс. Здесь у нас кабель питания. Кабель менеджмент. Ну, документация, которую никто никогда в жизни не читает. Данный кабель Thunderbolt 3. Давайте раскроем, посмотрим, что у нас внутри. Смотрите, одним пальчиком все это дело отсюда выезжает. Хоп. Вот такая вот интересная штука. Корпус, конечно, моща. Вот, возьмем ближе. Вот такой корпус у нас. Видите, да? Здесь у нас ручка такая вот. Вы можете брать и переносить. Здесь у нас два кулера. Один большой в начале. А также от блока питания здесь. Вот он. Это плата PCI Express и плата преобразования интерфейса с Thunderbolt 3 в PCI Express. Здесь у нас также содержит у нас все разъемы под питание видеокарты. Питается одновременно сама плата. Светодиоды все выведены сюда. Ну, вот так вот. Первый Akiteo Box. Видите, да? Это у нас Akiteo ноды. В принципе, платы одинаковые. Вот, единственное, что сама начинка у них разная. Здесь более современный преобразователь интерфейса USB или Thunderbolt 3. Вот так вот оно все это дело выглядит. Сюда видеокарта размещается. Видите, занимает два слота. Также крепление у нас здесь. Крепление. Видеокарта, здесь места очень много. Здесь можно разместить большую карту, так что вопросов у вас не возникнет. Давайте разберем, посмотрим, какой тут блок питания. Я смотрю, что сюда можно блок питания менять. Я думаю, что для более мощных видеокарт можно спокойно заменить блок питания на более мощный. Ну, 400 ватт написано, видим, да? 33 ампера, 12 вольт, 400 ватт максимум. Посмотрите, он здесь буквально маленький, здесь очень мало места занимает. Вы видите, что мы можем даже мощнее сюда блок питания поставить, сюда увеличить. Можно полностью все это заполнить для питания. Вот, например, есть у меня блок питания 500 ватт. Ну, 12 вольт, 40 ампер. Вот размеры одинаковые. То есть можно также заменить здесь блок питания, поставить более мощный. Вот так вот, смотрите, вот. Насколько он туда вот утопает. Видите? Вот карточка 970, смотрите, сколько еще места тут хватило. Тут еще для одного блока питания еще места хватит. Да, у нас все запустилось, лампочка синяя есть, вот она горит. Вот, все есть. Это топовая модель 2015 года MacBook Pro 15-дюймовый.
с внутренней видеокартой Radeon R9 M370X. Windows. Десятка Windows. Сейчас вот устанавливаем драйвера. Ну что, сделали обзор внешней видеокарты Akiteo Node для MacBook'ов 2016-2017 года. Вот такая массивная видеокарта для моего ноутбука. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и следите за нашими новостями.